Холодильник и микроволновка. Можем посмотреть, что творится внутри дома. Двухспальная кровать. В доме тепло, где-то примерно в 30 минутах. Из-за этого весь дым с разным количеством спален. Я спал головой туда. Я здесь так, друзья, выспался. Это долго даже руку не подержать, потому что начинает обжигать. Собрание Алексея Толстого. Блин, они такие старые, трындец. А мы остановились вот в этом доме. Привет, привет, ребята, привет. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в хуторе Белой Козы. И сейчас я вам покажу эту базу отдыха. Отсюда до центра Санкт-Петербурга 140 километров или 2 часа езды по живописной дороге. Итак, друзья, есть... Зона мангала, беседка. Здесь, конечно, зимой холодно, но летом будет прекрасно. Разные дома с разным количеством спален. Мы взяли вот этот дом, потому что у нас 3 семьи, 3 спальни. И обратите внимание, вот на это большое окно, это та комната, где ночевал я. Сейчас мы пройдемся по территории, все посмотрим, начнем, соответственно, с мангальной зоны. Обратите внимание, что снега здесь, наверное, сантиметров под 70. Спасибо, что все... Выкопали такие траншеи, назову это так. И смотрим. Значит, первое, что мне здесь понравилось, это, в отличие от классического мангала, здесь вот такая зона сделана. Из-за этого весь дым, практически 100%, идет в трубу. То есть на вас это все не валит, и одежда ваша не пропахивает ароматами дыма. Все очень удобно. Засыпали угли, есть кочерга. И здесь мне что понравилось, что есть... Вот такие классные шампуры. И обратите внимание, что они такие мощные. Они, знаете, как вот эти обычно такие дешевские, тоненькие, которыми режешь руки, и, соответственно, толку от них достаточно мало. Все дома из бруса. Дома очень теплые, есть холодная горячая вода. Это я вам все покажу чуть позже. А сейчас мы прогуляемся и посмотрим, что здесь есть. Качели, какие-то такие арочки. Сейчас вот дома украшают как раз к Новому году. Какие сосули повырастали на домах. В домах есть камины. Все очень круто. Большая территория. Кстати, здесь есть достопримечательности. И все в такой, скажем, можно и пешочком пройтись. Но это достаточно будет долго. А можно и на машине. И все где-то примерно в 30 минутах езды на разные места. Это либо кирха, которая здесь рядышком находится. Либо церковь на острове. И так далее. То есть есть что посмотреть. Вот смотрите, какой здесь дружок бегает. Привет, привет. Привет. Пошли показывать. О, ну ничего себе. Он обнимашки хочет. Друзья, смотрите, какой ласковый. Какой ласковый. Пошли. Есть баня. Понимаю, нужно заказывать заранее. Вон Алексей работает. Дрова рубит, складирует. Охапка дров стоит, друзья, 350 рублей. Обратите внимание, что кто-то заехал летом на машине, и отсюда он уже уедет летом, если она заведется. Вот, смотрите, какой помощник, помощник. И попер. А куда ты тащишь-то, друг? А-а-а. Смотрите, какая здесь классная ферма. Привет, привет, ребята, привет. Боюсь руку вам протянуть, а то сожрете. Смотрите, сколько их здесь много. Привет, всем привет. Какие вы красавчики все. Вот они какие, козы. Белые козы. Так, где-то здесь есть куры. А, похоже, куры вот здесь. Там закрыто, не пойдем, потому что, видите, все утеплили, чтобы они не мерзли. Итак, здесь очень живописно. Это старый советский СМТ. Здесь... Убирает, ездит трактор, убирает все дорожки, так что вы нигде не застрянете. Но зато здесь, друзья, тишина. Здесь день за три. В каждом доме центральная система отопления. Очень тепло. Есть, повторяюсь, камин.
можно купить охапку дров за 350 рублей и наслаждаться красивым огнем. Линии электропередач, но вот здесь невысокое напряжение, потому что если было бы высокое, то дома бы не разрешили бы так рядом строить. И сама сюда дорога идет через лес, недалеко находится небольшой поселок. До поселка Мельниково отсюда 3 километра. Ехать на машине, ну, тут буквально там 6-8 минут, и вы на месте. И там есть магазины «Красное» и «Белое», «Пятерочка», «Магнит». То есть, если вдруг вы что-то забыли или вам нужно что-то докупить, то всегда это можно сделать. И, конечно, здесь очень-очень-очень красиво все смотрится. Класс. Мне нравится. Мы остановились вот в этом доме. Его сейчас чуть позже покажу. Мне разрешили зайти вот в этот дом. Он сейчас свободен для того, чтобы снять видео. Так, нам сюда. Заходим. Небольшая прихожая. Как и у нас, тоже есть стиральная машинка. Слушайте, прикольно сделано. Такое паленое дерево. Здесь кирпич. В доме тепло. Ух ты, лесенка на второй этаж. Это, похоже, санузел. Да. Туалет. Раковина. Слушайте, очень уютно. Знаете, здесь такое ощущение, как будто, блин, ты в такой, знаете, в деревню приехал, реально. На полу для комфорта здесь камень, плитка обычная. Здесь уже деревянные полы, кухня. Здесь, напомню, центральное отопление и есть везде газ. Это круто. Здесь плита, чайник, есть посуда, микроволновка, холодильник. Ох, тут даже есть аквариум и сушится белье. Обратите внимание, это можно назвать, у нас дом такой полутораэтажный, со вторым светом, лестница наверх. Сейчас посмотрим, вот там тоже мы видели с вами комнату. Большой стол, большое количество стульев. Из окон у нас как раз окна выходят за деревьями, вот там у нас дорога, по которой я проходил. Большое количество разных книжек. Ну-ка давайте посмотрим, что же здесь за книги. Ну, тут целая, друзья, библиотека. Даже есть собрание Алексея Толстого. Блин, они такие старые, трындец. И здесь книжки. Слушайте, прикольно. Это у нас душевая кабина. У нас тоже в номере душевая кабина. Деревянный пол. И вот, кстати, хожу без обуви. И здесь ногам тепло. Из окон. Окна, кстати, достаточно высокие. Блин, радиаторы очень... греют очень хорошо, то есть вот долго даже руку не подержать, потому что начинает обжигать. Вид как раз вот на наш дом, в который мы заселились. Так, давайте смотрите, здесь у нас комната раз. Двухспальная кровать, то есть односпальные кровати сдвинуты, как я понимаю, вместе. Окно, слушайте, ну красиво, уютненько сделано. Куда вещи есть закинуть. В принципе, все для комфортного проживания. Еще одна комната. А вот здесь уже обычная двухспальная кровать. Слушайте, прикольно сделано. Кирпич, дерево, очень уютно смотрится. Я здесь так, друзья, выспался. Это просто, вот, знаете, не передать словами. Спал, не знаю, как младенец. Мне кажется, это нужно так назвать. Так, полезем наверх. Зацените полы. То, знаете, такое ощущение, что вот это реально старые какие-то дома, в которых жили еще крестьяне 100 лет назад. Вот он такой весь. И это, конечно, дает такой, знаете, определенный антураж, наверное, этому месту. Вот по такой современной уже лестнице мы поднимаемся наверх, чтобы посмотреть, что здесь. Ох ты! А здесь у нас с вами два спальных места. Слушайте, очень круто. Очень прикольно. Вот такие подушки у нас такие же в нашем домике лежат. Здесь из света только ночники. И отсюда мы видим вот такой в морском стиле сделанный дом вот с высоты 1,5 этажей. Пойдем на 1,5 наш этаж. Я уже знаю, куда идти. Так, такая достаточно крутая лесенка наверх. О, как тут еще теплее, чем внизу. Здесь еще у нас одна комната, 2 спальных места раздельных. И из этого окна мы с вами можем посмотреть, что творится внутри дома. Необычно сделано.
Здесь стол, стиральная машинка. Такое ощущение, что сломанная. Из окна мы видим соседний дом. Ну, тут в этом домике, пожалуй, все. Пошли смотреть наш. Зашли мы с вами, друзья, в зеленый дом. Тут такой небольшой совсем тамбур, совсем небольшой. Можно повесить вещи. Есть вот такая мини-ложечка для пожаротушения, техпомещение и коридор. По левую сторону у нас комната, справа ванна, покажу чуть позже. Это основная, такая, назовем ее кухня-гостиная. Обратите внимание, что здесь второй свет. Здесь камин, который мы жгли сегодня ночью, было очень красиво, и от него большое количество идет тепла. Соответственно, здесь деревянная мебель, и вот этот дом, из того, что я видел, вот эти два дома, мне этот понравился больше всего. Хорошо, что мы выбрали именно этот. Здесь много света, его здесь достаточно, есть кухня, в кухне все необходимое, ложки, вилки, кружки, стаканчики, бокальчики, горячая, холодная вода, посудомойки, сразу говорю, нет, газовая плита, холодильник и микроволновка. Дом, как и все остальные, он полностью из дерева. И так, что нам сейчас? Пойдемте на второй этаж посмотрим, а потом посмотрим комнату на первом. Обратите внимание, вот он, видите, второй свет. Очень прикольно, что можно подняться вот по такой деревянной лестнице и стоять, сидеть, отдыхать, например, в этом кресле, смотреть за вашими друзьями вниз на такую белоснежную зиму. Смотрится классно вообще, место понравилось. И как только мы заходим сюда, где как раз ночевал я, обратите внимание, большое окно, форточка для вентиляции, вот это окно не, глухое, не открывается. Вид классный, прям во двор, на мангальную зону, и вот такая кровать. Но есть нюанс. Я спал головой туда, и периодически, когда стал башкой, бился об дерево. Но шишку не набил, хоть на этом хорошо. Комната, конечно, очень уютная, классно здесь, тепло. И здорово, что все в дереве. А дерево – это тот материал, в котором человеку лучше всего находиться. То есть очень классная атмосфера. Вот у нас выход. Раз, два, комната. Здесь у нас две кровати. И второй есть ярус, достаточно высокий. Обратите внимание. Вот они, там есть ночники. Москитная сетка. Где-то даже есть розетки. Ну, такая достаточно теплая, уютная комната и с местом для хранения вещей. И, соответственно, вторая комната. Здесь все аналогично. Двухспальная большая кровать. Люлька для малышей. И есть вот такой тоже второй ярус. То есть, в принципе, можно разместиться большими семьями. И плюс у нас ванна. Здесь, соответственно, ванная, душевая комната, назову это так, есть душ, санузел, стиралка, горячая, холодная вода. Площадь достаточно большая, и здесь уютно. Главное, что есть горячая вода и хороший напор. Ссылку на базу отдыха Белой Козы оставил в описании к этому видео для вашего удобства. Друзья, рад был вас всех видеть. Напишите в комментарии, как вам это место для отдыха. Ну, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи.